Смотрите, друзья, хуже от жуликов и воров это левацкие гаденыши в пиджаках и политических, так сказать, мантиях. Вот они хуже жуликов и воров, которые через доверие влазят к тебе, а потом обворовывают. За это и в Германии в 18-17 столетии, и в Швеции рубали части тела. Поэтому там и культура. Сейчас тоже левацкая, к сожалению. Но не такая воровская, как на наших терренах, мазафака. Ну и все-таки, друзья, почему же хуже? Хуже же почему? Потому что, пообщавшись, войдя в доверие к жуликам и ворам, вы останетесь только ограбленными. А пообщавшись и войдя в доверие к левацким вот этим гаденышам, вы станете попросту дегенератом, вырожденцем и перекажете це все своим поколениям, к сожалению. И если вы скажете, ну, дегенерат, так дегенерат, ну и что, сколько таких дегенератов? Вопрос в том, что если вы один, 10, 20, 30 дегенератов, вырожденцев, то тогда, ну, трудно. И хрен с вами, то ваш выбор. Бог дает каждому волю, чтобы он выбирал. Но если это все в квадрате, то Бог карает всю страну. В нашем случае это или Польша, или Украина. Для этого я не хочу быть представителем страны дегенератов. Это мне противно. Быть представителем страны государства вырожденцев. Поэтому я и борюсь с этим сраным говном злом, которым также является и левацкое гаденышество.